First of all, I'm very excited to start again the season, and especially for my fourth in a row and fifth season in Russia. So I'm really excited to be back and start with this team and with this club. About the guys, of course, first days everything is okay. Everything is, the first impressions are always good. The guys are focused. Of course, I got half team. I already know them for two, three, 4 years. So I know what they need. I know what they will do to improve their level. About the new guys, would like that they keep this kind of focus, because we took them because they are good players already. But in my experience, in my opinion, I see that we can do much better for the rest. The level is okay, and I like everything I saw for this morning. But the rest, of course, we will see during the season. Пришел и тех, кто уже с ним был. Получается, я уже с ним четвертый год. Вот. И у нас буковка А вместо просто циферок. И у нас еще другие упражнения, которые мы уже делали до этого. Так, я смотрю, все такие фитоняшки. За себя могу сказать, что я где-то 3-4 дня отдохнул, и потом мне было скучно, я пошел в тренажер и через день ходил, тренировался. Потом на дачу поехал, там вообще каждый день. Отжимания, подтягивания, бег. Квалифицированный специалист, стараются максимально правильно выполнять упражнения. Понятно, что не все сразу получается. Карло больше смотрит за теми, естественно, кто к нам только пришел, поправляет их. И я думаю, к концу этих сборов уже все будут понимать, что от них хочет Карло. Вот вчера была тренажерка, мы делали целую тренажерку, то есть Карло нам дал большой объем. Да, она как бы небольшие веса, но в то же время много упражнений на все группы мышц. И вчера вечером на футболе я ощутил, что я так подустал. Но в то же время я себя чувствовал комфортно. Сегодня с утра тяжесть была, да, вот я расходился, сейчас я себя чувствую комфортно. Сейчас парни, да, делают индивидуальную работу. Тренер, в принципе, нас, видимо, заднюю линию пока убрал, пока основная деятельность на блоке. Потому что это первая защита после ввода мяча. Тренер хочет узнать, ну или понять, вот как все работают, и чтобы все работали в одном ключе. Ну, интересно. А я сейчас сюда пришел, потому что у меня есть свои мелкие, ну, не то, что они травмы, скорее то, что я бы хотел видоизменить, а это только индивидуальная работа и только в то свободное время. Ну, я вообще за то, что за эту индивидуальную работу мне очень нравится, поэтому, ну, вот таким вот образом. Работаем, работаем, что поделать. Какая работа, так и работает. Маленькая жесть.
живой? У тебя просто пульс ноль показывает. Думаю, на всякий случай, дай спрошу. А, о, все, показывай. Ну, да, думаю, нормально. Потом шаги, да. Молдавский Тетюхин, Порошин, быстрее, Марчин. Thank you.